Постоянное обновление знаний и знакомство с новыми разработками и технологиями – залог успеха специалиста в любой области. Прекрасно понимают это и в «Газпромнефти» на «Ноябрьснефтегазе». Руководство предприятия поощряет интерес сотрудников к исследовательской деятельности и их стремлению к изучению опыта зарубежных коллег. Так, 6 июня в «Газпромнефти» на «Ноябрьснефтегазе» прошла лекция президента независимой добывающей компании Марка Пирсона. Мероприятие проводилось под эгидой западносибирской секции общества инженеров-нефтяников в рамках программы «Выдающиеся лекторы». До визита в «Газпромнефть» на «Ноябрьснефтегаз» он провел 53 лекции по всему миру. Завершающими стали встречи со специалистами Ноябрьска и Ханты-Мансийска. Лекция Марка Пирсона освещала опыт его 30-летней работы с технологиями гидроразрыва пласта в горизонтальных скважинах и была интересна прежде всего инженерам-геологам и геофизикам. По словам доктора Пирсона, горизонтальные скважины и ГРП – это две технологии, которые оказали значительное влияние на нефтяную промышленность. Сочетание этих двух технологий позволило увеличить объемы добычи в сотни процентов. Присутствующие на лекции инженеры «Газпромнефти» на «Ноябрьснефтегаза» не упустили шанс задать Марку Пирсону интересующие вопросы. И судя по тому, что вопросов было довольно много, тема лекции оказалась более чем полезной для местных нефтяников.